Почта России помогает волонтерам. Традиционно активисты проекта «Мудрые дети» собирают подарки для пожилых людей, которые находятся в домах-интернатах областного центра «Лесное» и «Богородское». Поздравляют добровольцы около 700 инвалидов и пенсионеров. В этом году решили привлечь к благотворительности и рядовых ивановцев. Для этого поставили в здании почтамта так называемые «добрые копилки». Они находятся на стойках операторов. Положить в ящички можно любую сумму. Она будет потрачена на покупку подарков одиноким людям. Поездка в интернат «Богородское» активистами проекта «Мудрые дети» запланирована на 30 декабря. Сотрудники очень вовлечены. У нас в почтамте размещены специальные копилки, копилки добра. Можно поучаствовать как деньгами, так и купить целый подарок. Целый подарок стоит 200 рублей. Можно купить какую-то часть продуктов для этого подарка. А можно опустить денежку столько, сколько кому не жалко. В Богородском там находится более 500 человек. По большей части мы одеваемся в праздничные наряды, снегурочки, Деда Морозы, различные лесные существа. Идем по комнатам и поздравляем каждого человека, вручаем им подарок, желаем самых-самых приятных вещей и, соответственно, поздравляем с Новым годом.